Ай-яй-яй! Ту-ту-р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 у
не хотели, но я это сделал. Аниме видосик, everybody, это попробуй не засмеяться, челлендж, аниме версия, да. И тем не менее, если вы хотите такой контент тоже, как вот этот вот видосик, который вы сейчас смотрите, делайте постики у себя ВКонтакте и лайкайте видосик, чтобы я знал, что вам действительно он понравился. Что ж, давайте-ка просмотрим что-то. Закройте свои глаза, откройте рот и лягте лицом кверху. Зачем это? Окей. Аниме? Разве это не мультики для детей? Я с трудом подбираю слова, но... Ты что, блядь, ебанулся? Ну, знаете, меня удивляет то, что люди до сих пор мне продолжают писать что-то по типу: «Чувак, ты смотришь по ней, я не понимаю этого, ты делаешь реакции на по ней». А еще и ты анимешник, оказывается, и тут уже триггер. Сами, надеюсь, понимаете, о чем я. Кажется, что он очень плохо себя ведет. Что на этот раз? Что-то выходит снизу. Знаете, сейчас многие наверняка напишут: «У, типичное аниме». Да, и мы гордимся этим. Родился. Это... магия вылупления. Она ведь сейчас соврала. Чего? То есть... она родила голубя, и это какая-то магия? Мне надо глянуть это аниме. Да? Окей, я вернулся. Бывает. Он просто улет! А как он красив! Как мы отблагодарим вас? За свою улетность денег не беру, а за красоту тем более. Время кунг-фу панды. Может, передохнешь и нормально объяснишься? Имя и класс. Да. Ария Спринг, класс 2Б. Я люблю поэзию, и я никогда не забываю людей, которых встречаю. Характер. Люди говорят, что я не чувствую атмосферу. Не понимаю, о чем это. Я сказал имя и класс, а не историю жизни. Так всегда бывает. Ты хочешь, допустим, рассказать что-то, или же, не знаю, просто что-то у тебя есть на уме. Ты хочешь это рассказать и начинаешь прям всю историю жизни, как у тебя там, я не знаю, как ты родилась, как ты выросла, как ты пошла в школу, как ты... Лучше не буду об этом. Все хорошо. Ассистент у тебя получится, если ты постараешься. Сэмпай верит в тебя. Но делать будешь ты. Ну, все, как вы слышали, закрывая на ключ и накрывая тканью. Нормально. Через 3 минуты. Неужели не получится? Через 5 минут. Через 10 минут. Сдалась. Что-то... ей явно не стать великим Гудини. До просмотра Джоджо, после... Ай-яй-яй! У меня голова кружится уже какое-то время. Нужно набрать влагу в рот и начать дышать носом. Но у меня во рту нет влаги. О, прям как засосало. Я поделилась. Эй, не потеряй сознание! Поделилась влагой. Лучшие друзья так и должны поступать. Сука, женщины, они сначала по-доброму к тебе. Ты мой пуська, ты мой кукуруська, ты мой пимпур-кур-пур-пур-пуська. А потом нахуй пытаются тебя сожрать. Так оно обычно и происходит. Ван, иди сюда. Время кушать. О, он вернулся. Видишь? Это интереснее, чем еда. Что с этим голубем? Я не понимаю. Что с этим голубем не так? Сначала он родился, теперь еще и лезет... А, хотя, если он только родился, то сразу к груди и полез. Ну, видимо, голоден был.
Правда. Неважно, какие они люди на самом деле, они все еще дорогие фанаты. Юху, Саки! Боже, ты выглядишь намного сексуальнее, чем с экрана! Боже мой! Это ж моя мать! Окей. Будем считать, что я засмеялся, потому что я собирался, между прочим, это аниме вместе с Фиши посмотреть, но как-то не удавалось, возможности не было. Теперь я думаю, стоит, наверное, все-таки продолжить или начать хотя бы. Итак, будет очень неловко, если я порежу деньги моего дорогого Кохая. Вот, идеально на две части. Сейчас будет чудеса. Смотри, открыв конверт. Нет. Не может быть. Что с моими 1000 йенами? Невероятно, купюра в 1000 йен переместилась в мой кошелек. Вот это я называю магия. Она так прославится. Я на 100% уверен, что она так прославится. Правда, будет постоянно бедная, но прославится зато. ...с ее обучением. Можно ли вернуть ее в свою эпоху, неизвестно. Она должна приспособиться жить в нашем мире. Долг учителя — подготавливать детей к жизни, чтобы они могли пойти по жизни в любую из открытых им дверей. О, да. А зачем вы играете в эроге? Эроге. Are you serious? Кто не знает, что такое эроге? Это порно-игры в стиле аниме. Флаттер вас научит. Как нужно правильно бегать? Встали так? Правильно? Теперь я тоже не сдамся. Добром это не кончится. Явно не кончится. Начали. О, правильно? Молодцы. Да я вас обгоню. Что это за бег такой? Черт, идиотки, я же вас предупреждала об этом. Что ж вы мне постоянно звоните-то? Да. Не дадут мне покоя. Это же... Неужели сэмпай? И у нее проблемы. Заметила. Смотрите, это мой ассистент. Ты опять... Ты увидела, что у тебя не получается этот прием. И то, что я говорил, что ты станешь популярной благодаря этой теме, хоть и бедной, я приукрасил. Ты не должна рвать чужие деньги. Ассистент? Эй, ассистент. Что еще за ассистент? Почему убегаешь, ассистент? Одолжи денег. Ни за что. Она невероятно быстрая. Одолжи мне денег. Ты сама сделала это. Тогда почему одолжи денег? Объясни мне. А? Испугались? Я надеялся, что да. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Вот такой вот видосик. Я надеюсь, вам он понравился. Наверное, понравилось. Если вы его посмотрели, то, наверное, понравилось. Не знаю. Ждите такого контента побольше. Также не забываю про пони каждый день. Каждый день пони, каждый день аниме. Всем спасибо, ребят. С вами был Flutter Green. Всем удачи, всем пока.